Приветствую всех на моем канале. Сегодня я буду готовить булочки, бургеры. Для этого мне понадобится стакан воды, в нем 240 миллиграмм, стакан молока, тоже в нем 240 миллиграмм, дрожжи, одна пачка, это свежие дрожжи, также 2 яйца, 2 ложечки сахара, это большие столовые ложечки, и 2 ложечки соли, маленькая ложечка. А также муки 900 грамм, плюс-минус там на раскатку, и также масло сливочное 80 грамм. Итак, я начинаю. Молоко и вода должны быть немного тепленькие, потому что тесто будет дрожжевое. Нужно теплое молоко и водичка для этого. Итак, я начинаю. Итак, молоко я поставила на 30 секунд в микроволновку. Оно у меня нагрелось. Заливаю чашу. Также у меня теплая водичка. Сюда отправляю дрожжи. Они у меня мороженые, так что не прижать, они растают сейчас. Итак, дрожжи у нас растворились. Сюда же отправляю 2 столовые ложки сахара. Две ложечки соли, все перемешиваю. Также беру я масло, оно у меня уже мягкое, но я его еще на 30 секунд поставлю в микроволновку. Итак, масло у меня растворилось. Вливаю его тоже сюда же. Так. Сюда же я отправляю 2 яйца. Яйца у меня домашние. И 900 граммов муки. Муку я просею сейчас. Итак, я взяла зип и почти пачка у меня муки уйдет. Сейчас просею и вам покажу. Итак, муку я просеяла, теперь замешиваем тесто. Аккуратно.
Сейчас до конца дозамешу я тесто и покажу вам. Так, немного я замесила тесто. Оно у меня не сильно крутое, вот такое вот жидкое. Я беру и переложу его в другую миску, где я смажу уже маслом. Вот эта миска. Сейчас смажу ее и переложу тесто сюда. И здесь оно будет подниматься час. Итак, перелаживаю тесто сюда. Руки у меня смазаны маслом. Все. Вот такое вот тесто у меня получилось. Оно не должно быть крутым. Совершенно. Вот такое вот тесто. Ровно 900 грамм. 50 грамм я взяла для... у меня осталось, я вам могу показать. Вот. 50 грамм у меня еще осталось для раскатки булочек. Итак, оставляем тесто, накрываем его и оставляем на час, чтобы оно поднялось. А потом вернемся назад. Тесто нужно поставить обязательно в теплое место. Я накрываю всегда целлофаном сначала, а потом уже полотенечком. Итак, тесто наше поднялось. Прошло 45 минут. Осталось где-то 15 и все. И можно уже формировать булочки. Так, ровно час прошел. Я вытаскиваю тесто. И ложу на плату. Вот такое вот мягкое тесто у нас получилось. Теперь катаем булочки. Тесто еще прилипает рукам. Ну, вот так вот немного накатать. И оно уже будет хорошенькое. Такое вот мягкое тесто. Очень хорошее, эластичное. Теперь будем формировать где-то примерно 20 булочек у нас получится. Должно получиться. Я приготовила лист. Вот такой пергаментный лист. Теперь буду формировать булочки и складывать сразу же на лист. Так, беру ножик. Сторонку, а этим буду уже формировать булочки. И вот так вот примерно я буду делать это. Место им нужно побольше оставлять, чтобы они не прилипали друг к дружке. Но если получится, что они прилипнут, ничего страшного. Еще достаточно. Можно также дальше. Вот так вот.
Продолжаю делать булочки. Беру еще один поднос. Не поднос, а лист, где я буду печь булочки. Вот я взяла второй лист уже, приготовила на него, положила пергаментную бумагу. Так, продолжаю дальше формировать булочки. Потом дать этим булочкам постоять, примерно подняться минут 20-30 можно дать. Как поднимутся, потом отправляем в духовой шкаф или в духовку. Как вам лучше. Так. Все. Так, готовы наши булочки, бургеры. Теперь даем 30 минут постоять, примерно где-то так. Я потом вам покажу, как они будут уже выглядеть. Я также немного их рукой приплюшивала. Вот так вот, по одному разу. Они у нас поднимутся. Вот так вот. Все. Все. Оставляем на 30 минут. Подняться. Для смазывания булочек я возьму молоко, пинзель, вот такую вот кисточку, и блюдце для молока. Потом в баночке у меня находится сезам, посыплю сезам булочки. Итак, смазываю булочки. Они уже у меня немного подошли. У кого нет молока, можно с яйцом. Яйцо обязательно нужно будет тогда разбавить с водичкой немножко. Оставляю в сторонку, а теперь посыпаем сезам. Вообще это посыпаем. Вот так они выглядят. Ставим духовку на 180 градусов примерно на 20 минут. Примерно. Духовка у нас должна быть обязательно разогретая. Я ставила вначале на 250 градусов, а потом поставлю на 170. Итак, отправила я в духовку наши булочки-бургеры. Смотрите, как поднялись они. Итак, первая партия бургеров, булочек бургеров, готова. Вот такие вот красивые они получаются. Пышные, воздушные. Я взяла поднос и буду сейчас перемазывать их на него. Так. Аккуратно. Они не подгорели, вот так вот они выглядят. Горячие еще.
Так, последняя партия у меня булочек уже почти готовая. Я скоро буду их вытаскивать. Через минут 10 примерно. Вот другие. И у меня получилось 19 штук таких вот булочек-бургеров. Они очень мягкие, воздушные. Попробуйте приготовить по моему рецепту. Всем желаю приятного аппетита. И нам также. До следующего видео. Всем огромное спасибо за лайки. Это пальчик вверх. И также приятный комментарий. До следующего видео. Пока-пока.